Ну что, давайте помочь им. Ого, а как нам выжить? И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Радекс, Дардрагон, Данила, Васаби, Скромник, пацаны, поздравайтесь. Всем здорово. Привет. Всем здравствуйте. Я хочу убиться. Написали в комментариях, чтобы мы поубегали от аниматроников из Security Breach. Ну и, конечно, что было прикольно, мы скачали карту FNAF 9. Если тебе текущий приятного аппетита, а у нас убегание от аниматроников. Монти. Начнем с Монти. И все будем увеличивать больше и больше. Побежали. Едем. Так, давайте сначала посмотрим, потому что всех аниматроников обновили, и будем смотреть, что они могут. Так, ну мне кажется, он очень медленно, да? Да, его сделал медленнее. А он по ступенькам поднимается, это очень хорошо. Он как бабка. Ну так, значит, будем увеличивать количество. Хорошо, хорошо, давайте сразу поставим в помощь ему Чику. Извини, я специально это сделал. Так, я бегаю с ночным режимом. На самом деле очень темно. Поймали на карте. Еще. Будем вот так выживать, как есть. Так, а что она стоит просто? А, она когда видит, убивает только. Да. Офигеть, это как по канону игры получается. Да не бойся, не бойся, она и так может пробежать. Она бегает. Просто так она делает специально. Пацаны, вы что, мочите? Пацаны, кто не боится, подойдите к Чике, она там зовет тебя. Легко. Ну давай. Нифига себе. Я убила. Долговато убивает, такая какая-то странная анимация. Убила. Данилу. Анимация, ты ничего не подойдешь. А я боюсь, но я пробегу мимо, вот так вот. Опа. И Монти стоит почему-то. А может снизу их спамить? Не знаю. Давайте мы поставим еще кого-то. У нас же тут разные есть. Поэтому кто-то из них начнет убивать. Вот, смотрите, например, этот. Ему все равно. Первый, второй этаж, 15-й. А он добрый. Добрый, да? А ты бы задамаш его. Бей, бей, бей. Все. Зря ты это сделал, конечно, ребята, бегите. Это теперь псих какой-то у нас. Подожди, он ничего не делает, он стоит. Он пока что. Он думает. Так, давайте поставим еще аниматроника. Давайте поставим. Все, побежал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, побежали, побежали. А Рокси прям, смотрите, такая прям напористая. Все равно какие-то... Бежи, хорошо, отлично. Они какие-то... Секунд, сидишь, да? Где, кто сидит? Я не... А Радекс тут. Так, давайте с этой стороны поставим. То было интересно. Чпоньк, побежала. С двух сторон, надо прыгать. Надо прыгать. Ой, что-то у меня так жизни много. Ну ничего, все равно убивает с одного раза. Опа, у нас тут роботы палят. Интересно, если робот тебя палит, он зовет аниматроника или нет? Он придет? Зови. Не, не идут. Так, ну я вижу, он бегает. Давайте еще поставим, чтобы было все интереснее и интереснее. Я побегу, поиграю. Так. Погнал. Эндоскелетончик. Прикольно, что они когда не видят, они как-то вот прикольно реагируют. Все сделано по канону игры. Чпоньк. Между собой драться не будут они, не? Нет. Прикольно. Так, того кого челика поставим. Так, бегает за мной, я же слышу. Пацаны, нанизу их очень много. Так что, кто не сыт, можете спускаться. А за нами Луна бегает, нам интересно. Да? Да, наверху. Да. Ну, неплохо, неплохо. Пойдем. Давайте еще поставим. Поломанного, да, Монти? Прикольно. Вот, так уже мне больше нравится. Ой-ой-ой. Пацаны, ну что? Так они что, упрутся и стоять будут? Ну и пусть, пусть. А добегут. Я прямо в центре бегаю. Так, этот робот тут стоит. Димас, я прямо в центре с ними бегаю. Ну, да? Вот они бегают. Вы какие-то вы трусы все. Ну я вижу, ты проиграл, да, молодец. Ой, вот, ну, все убили. Все куда-то спрятали. Хотите прикол? У меня забагалось, я не могу возродиться. Так бывает. И что делать? У тебя камера зависла, да?
Да, у меня вообще... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас если у меня так тоже случится, будет прикольно. А не, нормально. Вот я просто валяюсь и все, ничего не могу сделать. Только перезайти. Мамочка, я боюсь очень сильно. А чё вы где-то там спрятались? Почему мы не... А я бегаю, видишь? А они сакуны. Я тоже бегаю, прямо в центр. Вот эта толпа! Вроде не так много поставил, а их уже здесь нормально так. О, спринтера. Сейчас кто-то проиграет. Неправда. Ладно, правда. Молодец. Ого, как так такое может быть? Надо отвлечь их, пацаны. Меня за один раз 5 раз убили. Нифига себе, это возможно? По всей видимости, да. Видно, разные аниматроники тебя одновременно задамажили. Да. Дима, один на миллион шансов. Надо больше аниматроников. Больше? Хорошо. Больше. Я слышу твои слова. Надо побольше. Ё-моё! Что-то он так как-то кусает за ноги сильно. Вроде я был высоко. Так, ребята, ну что, давайте поставим тогда вот так вот. А у меня вообще должен быть летать. Так. И побольше Рокси. О, пойдет. Мне нравится. Кстати, вы обратите внимание, все идет оптимизировано. Что нельзя сказать про оригинал игры. Ой, уже можно чуть-чуть удалить. Во, вот так. Ну что, ребята, это, наверное, максимум, который можно выжать. Это очень много NPC. Около 80 штук. Данила, беги. О-о-о. Ой-ой-ой, не ту кнопку нажал, проиграю. Нифига себе. Видите, 2 раза убить. Да как? Я когда валяюсь, они еще по мне что-то топчутся. Ай-яй-яй, эндоскелетон. Офигенная анимация. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Кто хочет с нами записаться, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Ну что, давай. Кто у нас там еще? А на лестнице, может, не будем залазить? Что? На лестнице. А что, ты ссышь? Мне просто неинтересно. Они на лестнице зависят. Я, наверное, буду слазить, да, тогда с лестницы? Ты хочешь чисто внизу повыживать? Да, давайте я чисто внизу. Ого, давай, бежит луна. Псих, надо валить. Они багают сейчас. Они медленные действуют. Да? Понял. Прыжок века. И прям на аниматроника. Красиво поймали. А психи, успокойтесь. О-о-о, все, Дим, ты не выберешься. Выберусь, я убегаю. Так, здесь у нас Монти стоят. Эндоскелетон забагался. Димас на спринтрап хочет уйти из пиццерии. Я знал, видит, что это все фигня, думает, ребята, я валю. А знаешь, почему он сваливать хочет? Почему? Потому что мы сейчас будем использовать оружку. Вы готовы? Да как она меня догнала? Она стояла здесь. Ну что, давайте, помочь им. Ого, а как нам выжить? Надо же кто-то отвлек их. Прикольно смеются. Пипец. И что делать? Никак. Мне ничего по байку дать. А, вот так значит. Как же сделать, как же... Так, я думаю. Если я возрождаюсь, резко начинаю лететь. Есть. Ребята, я вам сейчас помогу. Я вам помогу, вы не переживайте. Видите, я их отвлек на себя. Я сбежал. Все, помог? Да. Отлично, ребята. Смотрите, какая толпа у нас там бегает. Так, что надо с ними сделать? Надо взять для начала оружие, очень мощное. Они на этой карте запутываются, да, немножко, я так понял? Угу. Даже, наверное, не немножко, а множко. Они просто залазиваются наверх, и там летят. Ребята, как вы думаете, что я буду сейчас стрелять? Админская специалист. Да что ж ты подошел, черное очко! Она блин, подошел и чисто так не в тему. Так, робот вонючий, ты мне ничего не сделаешь. Отлично. Так, теперь я стреляю в толпу прям.
Нифига себе их там. Прям жесткие, ребят, но они меня не убьют. О. По ступенькам залазит этим высоким. Им все равно, какая высота ступенек, они бегут. А, вот. Так, значит, ребят, я ж уже на опыте. Так, сейчас. О, я сбежал. А что со мной было? Я замедлился. Нифига себе. А ты отвали. Жесть. У них же, наверное, жизни, да, много, я так понимаю. Да. А, не, я убил одного. А, они легко убиваются? У них жизни больше, чем у скромных. Во, пускай говорят. Умеет. Блин, ну они хорошо бегают. Некоторые прям аниматроники хорошо догоняют. Так, чем же их пострелять? Сейчас такой сейчас будет зажим. А если против них использовать Security Breach свое оружие? А какое? У нас есть оружие это? Ах ты, луна, падла! Да, да, Сириус Сэм. Там Фазер Гласт, Фасна. Ой, красавчик. Меня луна подставит. Раз обновили эти NPC-шек, поэтому мы проверим их на взрывоустойчивость. Мы же тогда взрывали их? Они не взрывались. А теперь проверим. Должны взрываться, по идее. Так, давайте этого мутанта не будем ставить. Прям побольше поставим. Так, чпоник. 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 Поставь самого огромного всех здесь. Одного. Не, ой, я всех по одному хочу поставить, и будет все хорошо у нас. Так, и сюда. Я думаю, 3 бомбочки для начала взорвем. Поехали. Если они взорвутся, я буду в шоке. Так, что она не захотела? Так, взорвалось 3 аниматроника. А, что-то одна бомба. Слышь, взорвалась бомба, а те не взорвались. Такое может быть. Хорошо. Или другие бомбы. О. Так прям рядом бомба лежит и не взорвалась. За бомбу. Она опять не взорвалась. А как такое может быть? Только от падения, походу, взрывается. Ну, давайте его так подкинем просто, для интереса. Прав я или нет? Нифига. Они не умирают? Они да. Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.